сейчас очень тяжело говорить, пока глава жарка. Конечно, очень тяжело проиграли. По-моему, мы не заслужили проиграть, но это спорт. Так произошло. Я получил травму сразу первый период игры. Сейчас иду в больницу снимать. Я надеюсь, дай Бог, что ничего серьезного. Но очень больно было и сейчас очень жалко, что мы проиграли. Нам, конечно, намного тяжелее, чем Динамо. Динамо только готовится за чемпионат России. Но я не считаю, что это сегодня мы, как сказать, конечно, домой тяжело проиграть, но это только третье поражение нам в сезону. Я думаю, что до сих пор мы хорошо играем, только надо продолжать работать. И я надеюсь, что мы до конца успеем все задачи, которые выполнить, которые перед нам руководство ставило. Я не могу жаловаться, я тоже сам грязно играю. Это спорт, из-за этого я люблю водное поло, из-за этого я занимаюсь этим спортом. Мне это не мешает, мне, как сказать, я рад за такую игру. Из-за этого я люблю играть русский чемпионат. Я играл много чемпионатов сквозь Европу, и мне кажется, что здесь, что в России, как сказать, самый жесткий водное поло играется, и из-за этого я очень рад. Нам цель чемпионата России занять одно между первые три места. Уже, по-моему, уже мы сделали большую удачу, что прошли между 8 команд в Европе. Сейчас Бреша здесь приходит в среду, будем играть с Брешом, одном между самой лучшими командами в Европу. Я бы пригласил много людей, чтобы болело за нас, чтобы нам легче было играть, потому что Бреша очень серьезная команда. Я обещаю, что будем бороться, и я надеюсь, что здесь будем хороший результат за нас достигнуть.